преддверии Дня Победы телеканал «Первый Крымский» проводит акцию «Мы помним». А провокация присоединяется и продолжает благородную миссию, приобщая население. Вы бы могли мне помочь, если я схожу за вторым веником, а вы возьмете этот, и мы уберем территорию памятника партизанам и подпольщикам? Все-таки мы помним, да. Мы гордимся. Просто дело, я уже не автобус получаю. Понятно, очень жаль. Я бы помог. Да? Да. Помогли бы? Честно? Да. Честно? Честно. Ну ладно, счастливо, счастливого пути. Почему я должна это делать? А, я обращаюсь ко всем. Нет, я с удовольствием, но просто вы же видите, что я бегу на работу. Если бы я не на работу шла, я бы серьезно? С удовольствием вам подмела. Спасибо, да. Спасибо за отзывчивость. Я сбегаю за вторым веником, а вы возьмете этот и поможете мне убрать территорию. Да, не получится самолет. Самолет? Опоздайте на самолет? Да. Как жаль. А так? Очень жаль. Вы мне поможете. Это все-таки памятник партизанам и подпольщикам. Мне поможете район здесь убрать? Запросто. Можете? Да, я с удовольствием это сделаю. Давай. Почему бы не сделать наш город чище? Я согласен сам, я этим и занимаюсь. Да? По всему району. Понятно, здорово. Ну, вот поэтому я, наверное, как-то почувствовала и подошла к вам. Знаете, а мы не только памятники убираем, мы еще убираем территорию, город. Ну это здорово, вы молодцы большие. Это достойно уважения. Поэтому стараемся. Здорово, молодцы. Можно? Можно вас попросить о помощи? Материальное? Нет, не материальное, физическое скорее. Я просто хочу сбегать за вторым веником и дать вторую вам, чтобы вы мне помогли подмести. Все-таки памятник давай. Серьезный партизанам, подпольщикам. Мы же помним подвиг их. В легкую. Держите, пойду за другим веником. А подметать всех? Смотрите, нужно... Ну вот территорию памятника, вокруг все. Вы большой молодец, вы чтите и помните подвиг партизан и подпольщиков. Ой, спасибо большое. Меня будут показывать, что ли? Да. Спасибо большое, что откликнулись. Мы помним, мы гордимся. Приобщайтесь и вы.